субботу в Самарской области без осадков, ясно и солнечно. Температура днем плюс 23, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. В Сызрани днем без осадков и ясно, плюс 23. К вечеру плюс 15. Ветер западный 5 метров в секунду. В Тольятти днем малооблачно, плюс 22, плюс 16 ночью. Западный ветер 5-7 метров в секунду. В Самаре днем ясно, без осадков, плюс 23. К вечеру плюс 15. Ветер западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%. Геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.